Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Мне очень приятно, что вы смотрите это видео. Но только не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Мне будет очень-очень приятно. А сегодня мы гуляем по Алькортинг-лесу. На этом этаже представлены вещи как для молодых девушек, так и для девушек постарше. Скидки от 50 до 70%. И минус 70% будут только 48 часов, то есть 2 сутки, 2 дня. Мы посмотрим, что нам предлагает этот магазин. Здесь не представлены марки Mango, Zara и все такое. Здесь что-то другое, более интересное. Вот мы видим рейл с вещами минус 70%, а также минус 50% и минус 60%. Посмотрим, что можно найти интересного. Вот минус 70% на свитера и джемпера из кашемира. Стоил свитер 110 евро, сейчас стоит 50 евро, 49. Это очень хорошая цена, минус 60 евро. Вот такие качественные кашемировые свитера и джемпера. Вот и такая интересная майка, нарядная. Стоила 25 евро, сейчас можно ее приобрести за 10 евро. Вот еще рейл со скидкой минус 70%. Такая интересная футболка. Стоила она 20 евро, сейчас можно купить за 8 евро. Здесь можно купить как вещи летние, так и весенние-осенние. Вот такие интересные блузы разных цветов, из разного материала. На весну, на осень и даже на лето. Разные футболки, которые раньше стоили 30 евро, сейчас можно купить за 9 евро. Также можно найти вот такую хорошую футболку, она у меня есть, за 6 евро. Стоила она 20 евро, она очень легкая, в ней не жарко летом.
Вот видите, босс предлагает нам такое платье, и стоит оно 448 евро. Не дешевое платье, вот оно еще представлено и на манекене. Очень красивая футболка, тоже босс. А вот дальше мы видим нарядные платья и разные меховые изделия. Пройдемся так по ним, посмотрим, что нам предлагает Le Corte Inglés. Зима здесь не холодная, но можно себе приобрести вот такое меховое изделие. Очень красиво все, но я думаю, что очень дорого. И дальше идут платья. Видите, даже Rails с минус 70%. Это нарядные на свадьбу, на день рождения. Очень красивые платья. Все в бисере. Все очень красиво и элегантно и нарядно. Что я выбрала? Это плащ серого цвета, он такой, типа кожа, очень тяжелый, но очень интересный, модный. На меня этот размер очень большой, это М-ка. Дальше белые брюки, я думала, что они будут более интересными. Но они не очень удобные, мне не понравились, и стоили они 25 евро, думаю, что это дороговато. И следующий вот такой комбинезон. Верх у этого комбинезона красивый, но вот низ какой-то не такой, непонятный и неудобный. А верх очень даже интересный. Дальше я вам покажу, в чем пришла я в магазин, свой look of the day. Мой наряд вот такая футболка, которую вы видели за 6 евро. И широкие брюки с очень красивыми цветочками. На сегодня это было все. До новых встреч. Пока-пока.